Всем здравствуйте, меня зовут Евгений. Данный автомобиль Volkswagen Passat приобрел во все авто тут в феврале месяце с пробегом 143 тысячи. Автомобилем полностью доволен. Ребята подобрали автомобиль быстро, качественно, помогли с документами. Покупайте автомобили во все авто тут. Всем привет, меня зовут Дмитрий, и вы на канале «Все авто тут». Сегодня у нас в обзоре самый востребованный универсал – это Volkswagen Passat в комплектации Alltrack и комплектации Airline. Оба этих автомобиля полноприводные и оснащены дизельным 2-литровым двигателем мощностью 190 лошадиных сил. Основным отличием Alltrack от обычного универсала является увеличенный на 1,5 см клиренс, а также характерный для универсалов повышенной проходимости обвес, который включает в себя локеры на арках. Оба этих автомобиля в идентичных комплектациях, которые включают в себя светодиодную матричную оптику IQ Light, 18-е колесные диски, парктроники передние и задние, дополнительные металлические рейлинги на крыше для установки багажника. Удобный мультируль с подогревом, подрулевыми лепестками, управлением множественными ассистентами, а также управлением мультимедией. Запуск двигателя с кнопки, выбор режима движения, система старт-стоп, электроручник, автохолд, камера заднего вида с динамической разметкой. По центру у нас располагается дисплей с управлением настройками автомобиля, а также мультимедией. Блок управления климат-контролем, он у нас многозонный, с теплыми опциями. Обогрев заднего стекла, вибаста, а также подогрев переднего ряда сидений. Комфортный, просторный второй ряд сидений с подлокотниками, с подстаканниками. Блок управления климатом, а также USB-розетка. Багажник у нас с электроприводом. Большой, просторный, с быстрым доступом для складывания второго ряда сидений, а также отсеком, в котором расположен набор для ремонта колес, а также буксировочный крюк. С возможностью трансформации для увеличения объема. Если вы ищете проверенный автомобиль с честной историей, знаете, все универсалы тут.